Ситуация такая. В первом микрорайоне есть двор, да, в котором вдоль пешеходной дорожки растут кусты. Но это уже как бы не кусты, а практически заросли, можно сказать, так сказать, местные джунгли. Да. Это создает опасную ситуацию, особенно в вечернее время, и привлекает туда социальных элементов, в том числе бомжи, которые там устраивают ночлежки. Буквально вчера, кстати, в дом 15, звонил старший на дом, что появился какой-то педофил, который демонстрирует неприличные вещи. Жители обращались по поводу того, чтобы сделать обрезку кустов, да, получили ответ, что стрижка обрезка кустов и живой изгородь производится только на придорожных зонах и в местах массового отдыха, скверах, бульварах и парках. Что можно сделать и помочь в данной ситуации? Значит, необходимо эту работу провести. Сейчас адрес фиксирую, протокол. Проведем, соответственно, сделаем обрезку. Хорошо, спасибо. У меня ответ вошли. Видно вещи там. Да, вот видите что? Прям ночлежка какая-то. А дети вот идут в один. Здесь же они вот, я так испражняются, так понимаю. Конечно, испражняются. Какие-то. Да, вон. Нет, это, товарищ, надо разбирать. Здесь какие-то матрасы. Вот здесь у них целый штаб. Запах, а запах соответствующий. Вот дети играют, площадка детская. Вот они пусты. Да, вот площадка вот современная, площадка. Причем хорошая. И да, это надо все вырубать. Здесь надо все вырубать. И прям под корень все. А вырастет это сирень, она вырастет. Вот здесь тут край горела, она моментально выросла. Вот они тут, все тут у них. Ну да, тут в вечернее время вообще небезопасно. Ребенка затащит, не дай бог. И все. Да и ребенка, да и взрослого. Да. Горит у нас забор детского сада, да? Вот детский сад, забор. Вот, пожалуйста, вот с этого ракурса можете посмотреть. Вон деревья там обломанные валяются, вот какая густота. И вот со стороны забора детского сада. Что здесь творится? Вот сейчас там будет. Эту красоту неописуемую. Я всегда удивлялась, думаю, как же в детском саде заведующий не переживает, что вот рядом с ними такой этот. Вот, пожалуйста. Ну да, вот тропинка, считай. Вот она, пожалуйста. Видите? Хотя пешеходку сделали, вроде благоустройство, видите, да? Еще, да? Вот. Ну да, здесь бурелом-то вывести надо все. Да, здесь прям вот. Он присядет, пусть его не видно.